Привет, друзья! Сегодня приготовим очень простое и очень вкусное песочное печенье из трех ингредиентов. Нам потребуется сливочное масло комнатной температуры 180 грамм, сахар 100 грамм. Сахар добавляем к сливочному маслу и хорошо перетираем силиконовой лопаткой либо венчиком. Добавляем ванильный сахар 10 грамм и щепотку соли. Все тщательно вымешиваем лопаткой. Масса должна стать однородной консистенции, и сливочное масло должно немного посветлеть. Затем добавляем просеянную муку 250 грамм и замешиваем тесто вначале лопаткой, затем руками. Тесто будет мягкое и эластичное, не будет липнуть к рукам. Выкладываем тесто на пергамент и делим его на две части. Во вторую часть теста я добавлю измельченные орехи фундук. Можно использовать любые орехи. Формируем печенье любой формы, какая вам нравится. Затем заворачиваем в пергамент, как конфету, и убираем в морозильник на 20 минут. Измельчаем орехи, добавляем их во вторую часть теста, также вкусно использовать фисташки. Хорошо все вымешиваем и снова выкладываем тесто на пергамент, формируем печенье, заворачиваем и убираем в морозильник. Спустя 20 минут достаем печенье и нарезаем. Толщина примерно 1 сантиметр. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 200 градусов примерно 12-15 минут до легкой румяности. Печенье получается очень вкусное и нежное. Обязательно попробуйте его приготовить. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Это помогает каналу продвигаться.